Компания Element производит блоктены для нагрева и кипения воды. Особенность данного изделия в том, что тен устанавливается сверху в емкость. Также очень важный момент – это ненагреваемая зона. От начала трубы длина холодной зоны бывает от 10 до 22 см, что позволяет греть только нижнюю часть емкости. В момент нагрева воды в котлах создается избыточное давление. Нагреваясь, вода в контакте с теном выделяет пузырики. Они собираются в котлах сверху и создают воздушную пробку. Избыточный воздух обычно выходит через стравливающий клапан. Но любой клапан может засориться, и тогда воздух выдавливает воду, а тен начинает сначала шипеть, а потом перегорает. Поэтому мы на всех тенах делаем ненагреваемую зону. Это в разы увеличивает срок службы электрокотлов. Многие производители тенов не учитывают холодную зону и устанавливают тены с полным нагревом, сразу от начала трубы. В таком случае тены верхней установки быстро перегорают. А проверить холодную зону можно с помощью магнита. Если тен изготовлен из нержавейки или меди, вы с легкостью определите длину зоны. Опуская его вниз по тену, он будет магнититься, пока есть шпилька. Там, где магнит отпадает, начинается нагреваемая зона. А заказать блок тены с ненагреваемой зоной от 10 до 22 см можно на нашем сайте elementstm.com.ua или по телефону 050 631 97 99. Мы находимся в Харькове и работаем по всей Украине. А ссылка на наш сайт находится в описании под видео.